Всем здорова, с вами Дом, вы на канале MyslyGamers, и сегодня в этом ролике мы с вами будем проходить мир в Децентраленде, который называется Land Vault. Вот, только зашел, уже мне сразу говорят, давай вместе проходить квесты. В общем, погнали. Мир, я так понял, вот здесь небольшой. Вот, в принципе, туда-сюда мотаться не надо будет. Ой, я могу вообще за машину играть. Нифига себе. Так, не, я хочу выйти. Не хочу кататься. А чё? Тоже можно их куда-то отправить. Ясно. Так, в общем, нам надо выполнять квесты, и за счет этих квестов мы с вами будем получать какие-то вознаграждения. Да, я только что с типом общался насчет тебя. Собрать. Ты мне, типа, поможешь? Короче, что-то нужно собрать 5 штук. Либо найти что-то 5 штук, либо собрать. Одно из. А, все, понял. Короче, лучше от первого лица здесь, потому что здесь будут вот такие вот всякие вещи. Их нужно собирать. Я думаю, они, в принципе, будут так уж далеко находиться. Вот тут, наверное, где-нибудь будет валяться что-то. 100% я бы сюда. Ну вот, да, я сам бы сюда сунул. И самое сложное я бы наверх закинул. Самый верх просто. Вот ты поднимаешь. Ну и вот он, да. Блин, я как будто разработчик этой игры. Как будто я и создавал эту игру. Так. Что-то прогрузка чего-то была. Так, я поднялся наверх, и чё? А, наверное, вниз спуститься надо. Тебе лошади отдать, что ли? А нет, не тебе, а вот тебе. Я готов. Да. Do you want to... Проверка, типа, на сколько раз я скажу да и нет. Давай нет. Удачи тебе. А за что удачи-то? А, еще надо? Так еще надо или что? А, ну да, еще надо. Так, куда-нибудь сюда. Вот тут, нет? Тут. Вон. Сколько еще? Алло, собирайся. Еще две. А где последняя? Я не могу найти последнюю. Во. Ты последняя была? Или нет? Ты где последняя-то? А, во. А, я так понял, короче, у тебя по 100 раз надо эти задать. По 10 раз проходить, что ли? Или что? Сейчас я вообще проверю, ты мне положил что-то? Да, положил. Ладно. Давайте проходить. Не знаю, на скорость это или нет. Но максимально как могу, на скорость прохожу. О, вот. Вот же бинокль, я при тебе его забирал. Вот. Вот еще что-то. Где я еще что не подобрал? Тут? Здесь? Может, вообще в самом начале что-то? Вот честно, у меня уже глаза болят вот так вот, вот через лес бегать. Это реально не прикольно. По 100 раз туда-сюда. Еще понять, где что лежит. Найти еще надо. И сверху не видать. Так, ну-ка, если вот тут. Не? Что-то я, короче, найти не могу последний. Вот две вижу. Вот две. Может, на ёлку? А, на самих елках, нет?
Давайте по елкам поскачем. Может быть, с помощью елок я вот так сейчас поднимусь и чисто найду последнюю. Раз, два. Ну нету, реально нету. Отвечаю, нету. Все? Я хочу перевести просто, что нам хотят сказать этим. Ну, гора. Так, ладно. Сейчас воспользуемся переводчиком, потому что так я ничего не понимаю. В принципе, я понял, что тут нужно собирать еще что-то. Но вот что именно? Так, зачем солдат принес одеяло в зону активных? Так ему нужно было... Ну и чё? Окей, ладно. А тут что нас просят? Посетите секретный ё-моё. Я уже 100 раз выполнил задание. А так, а как его посетить? Секретный Так, какой-то зал секретный надо найти еще. Здесь. Мужики, не подскажете, где здесь зал секретный? Даже которого вы не знаете, где он. А может, к тебе обратно, слушай? Нет. Секретный зал надо найти. Что если как паркурщику надо через, типа, через крышу пропрыгать как-то? А, вот такая вот маленькая штучка еще здесь лежала, прикиньте. Вот так, по крышам нет? На выставочный зал какой-нибудь. Секретную комнату, что такое? Может, отсюда? Точно мне куда-то надо залезть? Посетите секретный зал. Где этот зал? Это? Зал. Ну вот я в зале, наверное. Вот это вот. Ну вот. Не знаю, может в машину сесть надо. Притвориться машиной. Ну вот я машина. А, давай-ка тебя еще переведем. Что ты нам говоришь? Так, сейчас. Какой язык на английский получается? Так, на официальный сайт Metaverse. Так, получи заказ и начни свое приключение. Если вам повезет, вас ждут эксклюзивные награды. Хорошо. Это я понял. Но мне надо теперь найти выставочный зал какой-то. Не подскажете, где найти здесь выставочный зал? Так, а ты что хочешь там, что говорил? Так, ты ладно, ну-ка. Вы уже начали выполнять этот квест? Вы хотите его начать снова? Не снова, вновь. Да, давай, раз, два, три, поехали, все. Я собрался, короче, все. Сейчас жестко буду играть. Так, сразу я знаю, что здесь вот тут раз, вот тут два. Где-нибудь вот там в левом, в левой части. Вот тут. А, нет. Вот сейчас сразу заберем портфель, которого здесь нет, окей. Вот портфель. Так. Где последняя? Вижу. А это не она. Так, окей. Ой! А, все, я выполнил. Давайте заново. Раз, два... Три, окей, поехали. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Оп, вижу. Тут есть? Нет. Наверное, вот здесь что-то будет. Вот тут нет. Вот здесь. Нет, тут. Окей, наверху. Забрал. Что-то вижу.
вроде собрал. Вроде нет. Как его собрать? А, ну все. И может еще раз он сыграть, типа, заполнить все эти квесты? Да! Или нет? Нет, походу надо еще сыграть. Ладно. Все нормально, играем, играем. Так, здесь забрал, тут забрал. Так, наверное, сюда. Вот одна штучка. Еще вот тут какая-нибудь, вот. Так, и вот портфель. Забрал, наверное. Так, теперь наверх. Давай. Наверху ничего нет, окей. Окей, бро. Давай вот так. О, вижу. Ботинки. Нет, не подходит. Ищем быстренько следующее. Такие ботинки мы забирали. Это забирали. Здесь ничего нету. Бинокль забрали. Это забрали. И что-то еще надо. Что-то еще. Может, я уже получил NFC? Нет, я еще ничего не получил. Так, ну все, я уже выполнил тут больше, чем надо, наверное. Хочу найти зал ваш. Ты это объяснял. Так, хочешь кого-то прокурить куда-то надо? Или вот так зайти, что ли? Нет, сюда так нельзя. Сюда, вот сюда можно еще как-то. Так, ну я думаю, я еще, ребята, разберусь, слишком затягивать тоже не буду. Это какой-то квест. Возможно, бывают такие режимы, где после выполнения тебе дают какой-то скин. Вот, это не точно, конечно, но я показал этот мир, что да как, максимально выжил, что можно было, выполнил квесты. Если что-то найду, то добавлю, добавится в этот ролик. Если нет, то посмотрим, что будет.